Канал Криптоинвестинг приветствует вас новыми обзорами ICO. Приветствую всех на нашем канале Криптоинвестинг. И сегодня у нас еще один проект, который называется Svantis. Ну, Svantis – это исландское слово, которое обозначает фею-лебедь или лебедь-фею. Ну, то, что фея, это звучит очень оптимистично. Как фея исполняет желания многих, так и, видимо, этот проект Svantis должен выполнить желания. Посмотрим, для кого он предназначен, чьи же желания данный проект будет выполнять. Итак, Svantis – это новая децентрализованная платформа, идеи которой продиктована временем. С развитием крипторынка и увеличением числа криптовалют и криптобирж возрастает потребность в создании и управлении активами, портфелями криптоактивов. Ну, для того, чтобы управлять подобными портфелями, так же, как и на обычной бирже с обычными пакетами, традиционными пакетами активов, возникает всегда проблема, как же отследить то, что перспективно, то, что прогрессивно, какова динамика. То есть необходимо быть всегда в курсе свежих новостей, под рукой иметь аналитику, прогнозы, какие-то инструменты необходимы для принятия решений. Точно так же и в работе с криптопортфелями, с криптоактивами. Людям, которые собираются управлять своими портфелями, а многие из нас уже этот портфель себе сформировали, и поэтому нам интересна работа на криптобиржах, но при этом необходимо владеть всей информацией, и поэтому авторы данного проекта видят как раз миссию свою в том, чтобы предоставлять аналитическую информацию для работы на биржах. Ну, это финтех-платформа, краудсорсинговая платформа. Предназначена, конечно же, она в первую очередь для профессионалов, трейдеров, инвесторов на крипторынке, хедж-фондов и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что многие из нас могут воспользоваться этой платформой также. Ну вот то, что будет включать в себя данная платформа, представлена вот на этой схеме. Это и анализы ICO и токенов, это и графики, это и новостная лента, всевозможные оповещения, marketplace, пользовательство, ну, интерфейсы и так далее, портфолио всевозможные, которые вы можете сами создавать. Платформа будет совмещать три важных элемента. Это языковую обработку, машинное обучение, корреляционный анализ. С помощью всех этих трех важных элементов будут создаваться определенный аналитический, графический, визуальный материал, необходимый для принятия того или иного решения для работы цифровыми портфелями. В платформе предусмотрена будет новостная лента в режиме реального времени. Контролироваться она будет профессиональными аналитиками 24 часа в сутки. Основное взаимодействие на платформе будет происходить между пользователями, командой разработчиков Svantis и командой поддержки посредством токена. Ну и приложение, которое они готовят, DataMining, о котором мы чуть позже с вами поговорим. Есть дорожная карта, и судя по дорожной карте, проект пока еще в своем начале, но уже идет разработка приложения. Она уже, ну, судя по дорожной карте, уже должно было пройти. И вот в этом квартале непосредственно команда собирается проводить токен сейл.
Да, надо сказать, что PrivatSale сейчас в самом разгаре. Ну и надо отметить, что пока еще не опубликован white paper, но это, наверное, произойдет в ближайшее время. Он готовится, насколько это известно. Каким образом выпуск и на что токены будут распределены, диаграммы здесь у нас есть, они указаны. Информация по токен сейлу тоже переведена, вы можете посмотреть. В принципе, не такое большое количество денежных средств собирает платформа, но на платформе будет проверка продаж ICO и токенов с использованием стандартизированного шаблона и контрольного списка. Цель – отследить достоверность информации об ICO и продажах токенов. Платформа будет использовать искусственный интеллект. Ну и вот с помощью вот этого приложения Data Mining можно будет захватывать страницы сайта и другой контент для проведения анализа данных в реальном времени. Будет представлена визуация данных, аналитика, прогнозы платформы. Все это позволит успешно управлять своими активами всем пользователям. Ну, что можно сказать по поводу данного проекта? То, что потребность в продукте есть. Конкуренция есть, но не очень высокая. Команда, ну, достаточно сильная команда. Это люди, за плечами которых уже не один проект, не одно успешное предприятие. Если говорить про адвайзеров, то это тоже достаточно успешные представители команд, которые уже провели свои ICO и успешно продолжают свою деятельность. Ну, это такие компании, как Синдикатор, Кредитс, Акрополис. Все они на слуху. Опять же, посмотрите в адвайзерах Боки Пупах, один из разработчиков Этериума, 20 лет в программном обеспечении. Он работал уже более чем с 20 компаниями и проверял смарт-контракт на действие, на адекватность, да, на правильность написания. Ну что еще? Ответы на наиболее частые вопросы вы сможете увидеть. И что такое Свандис? Ну и все остальные. Пресейл, когда будет. И прочее. Ну, пока на сегодня все. В дальнейшем мы с вами еще вернемся к данному проекту, поговорим подробнее о взаимосвязях в этой системе, о плюсах для пользователей. Ну а пока на сегодня все. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч.